Всем привет! Привет, мои подписчики! Привет, гости моего канала! Это канал Юрганов Лайф, и меня зовут Иван. Эх, мои дорогие, сладкие, я вам так скажу. Я сейчас нахожусь в лесу, 86-й километр, и цвет футболки моей соответствует тому, за какими грибами я приехал. Угадаете с первого раза? Подсказываю. Да. Да, да, все правильно, за рыжими грибами, и это лисички. И далеко не надо ходить, кишмуха. Далеко ходить не надо, потому что они рядом, они прям вдоль дороги. Уже я один раз останавливался и сорвал, сколько там, 5 штучек грибочек. Но тут же, вот недалеко от дороги, друзья, ну смотрите, какое семейство этих рыжих ненаглядных, безумно вкусных и очень полезных грибов. То есть это лисички, которые вот, вот смотрят на вас с экранов, смотрят на вас, растут во мху. Их такое количество прям невообразимое, потому что они полезные, потому что они съедобные, и их много. Поэтому, ребята, сразу подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно пишите, это надо. А я пока буду резать грибы, которые нашел. Вот те самые, присамые лисички, даже не знаю, с какого начать. Ну, начну с вот этого маленького. И потихонечку, потихонечку я буду наращивать темп. При том, что команда у нас сегодня очень такая добротная. Кстати, скажу, лисички, они вот эти плотные, потому что дожди прошли, лужи вы видели какие, я вам показал в начале фильма, как мы пробирались в этот лес. А, соответственно, лисички напитали в себя столько влаги, что они просто вкуснейшие, вкуснейшие. И самое интересное, они сейчас обалденные для маринования. Ну, в общем, не буду вас томить. Я режу. Вы смотрите. Вы ставите лайки. И наслаждаемся вместе походом. Честно скажу, я очень надеялся, что будут еще и белые, но, скорее всего, нет. Хотя бы один боровой гриб найти, это было бы для меня счастье. Сразу скажу, был я неделю отсутствовал. За грибами не ездил, дачу не строил, баню. А был я на Горном Алтае. С семьей отдыхали и наслаждались прелестью. Прелестью, видом. Боже, посмотрите, какие экземпляры. Это мы такие лопухи сейчас насобираем. 2-3 таких семейства. И будет полная корзина грибов. Представляете? Это просто бомба. Это реально бомба. Машка. Отсутствует, но летают пауты. Я пока вот не переодевался в форму. Вот, кстати, показываю, как загорел чуть-чуть на Горном Алтае. Правда, я и уехал туда уже загоревшим. Солнышко там и радовало. И дожди нас радовали. Но все равно отдыхом я доволен. Показать мне нечего. Я камеру с собой туда не брал, потому что отдыхал. Отдыхал я, если честно, от всего. И от камеры, и от грибов, и от строительства бани. Было здорово. Но пока я вам все это рассказываю, я стригу лисички. А их что-то много и много, много и много на одном месте. Не успеваю. То есть, получается, корзину очень быстро мы с вами нарежем. Все, утомил. Смотрим. Утомил. Я сам утомил уже себя. Утомил себя тем, что не затыкаюсь. Есть такая у меня, скажем так, особенность, что ли. Я как понимаю, для вас она не самая лучшая. Но пытаюсь себя заткнуть и никак не могу заткнуть. Ну что? Ух ты, еще один. Вот он, еще один. Тоже срезанный. Красавцы. Красавцы попадают прям. Так. И кажется, где-то вон. Вон там еще впереди. Пойдемте через эти кустики.
сосны. Вот они. Вот эти малявки. Симпатули. Вот. Вот так начинается приезд в Томск. И выезд сразу в лес за грибами. Ах ты, пауты-то жрут прям в лицо. Кусают. Ну, в общем, а теперь можно чуть-чуть дальше поехать, чтобы переодеться в амуницию. Помогает мне Бася. Бася, кусает тебя? Да, меня тоже кусает. Его прям за попу хватает. Моя супруга. И там где-то мамуля ушла чуть поглубже. В общем, поехали дальше. Ребята, пошли, я вам что-то покажу. Ехали, еще не доехали до места, а что-то уже выросло. Уже выросло то, что не за лисичками, конечно, я поехал. Что это у нас? Тоже какой-то вкусный бычок, что ли, говорит. Но я вам хочу показать вот этого красавца. Смотрите, какой подосиновичек ожидает меня. Прям безумство какое-то. И мох действительно вокруг него такой прям. Вчера дожди прошли, прям влажный. Неужели благородные грибы в виде белых будут тоже присутствовать в лесу? Смотрите, даже червячками ни капельки не изъеден. Поэтому, ребятки, продолжаем путешествие по лесу и собираем очень много грибов всяких разных. Всяких. Ребята, смотрите, а вот и грузди появились. Ух ты какой! Ну это, конечно, он переросток. И весь уже досвидосный, червивый. А вот рядом, кстати, вот он свеженький. Ух ты какой беленький! Ну тоже, правда, изъеденный. Черт, чуть бы раньше приехали бы с Алтая. Но это, ребята, грузди. Вот еще один. Посмотрите. И вот там тоже будет грузь. И здесь есть. Может быть нету, а может есть. А может и нету. Вот есть. Вот здесь есть. Вот он, красавчик, начинает выращивать, я хотел. Так. Вот еще. Вот он, не грузди. Где мой ножик? Ножик я с собой сейчас забыл взять. Прямо сейчас. Все, я взял ножик и иду к этим трофейчикам. Если они не червивые, то заберем обязательно. Почему? Да. Так, начало. Бывает такое, что чуть-чуть червивое. Ну вот оно уходит прям в шляпку саму. Недоволен. Раньше надо было, Иван Алексеевич. Раньше. Да, все червивое. И потом, ну, еще один шанс. Оп. Ну, что за черви-то? Что вы за люди-то такие? Не можете оставить. Вот представляете, вот такие бы груздочки прям. Да посолить. Да потом со сметанкой их. Ну, ребята, ну, зачем вы это? Вся шляпа. Ну, да, она изъедена. Ничего с этим не сделаешь. И здесь то же самое. Все неплохо, но это уже не засолить. Обидно, но пошлите, я вам покажу, где рыжики. Значит, рыжики возьму. Так, тоже что-то у нас тут перерощенное уже. А рыжики вдоль дороги. О боже, какие лопухи. Посмотрите, какие лопухи растут. Это одни лопухи, но мы идем. Вот они. Ой, какие рыжики, сыроежки, я хотел сказать. Рыжики. Вот они, сыроеги. А ну-ка, друзья, сюда. Комцумир. Ох ты. Ох ты. Сыроежки. И забираем. Это мы еще, кстати, не доехали до места, друзья. Все, только стоим. Осталось где-то, может, полкилометра. Но, тем не менее, не доехали. Даже машину не глушил.
В общем, приехали на место. Как я вам и обещал, пока не переодевался, потому что на этом же месте уже сразу вот они, лисички вот такими форматами и растут замечательными. Юля их срезает, но пока она срезает, я буду переодеваться. А перед тем, как переодеться, покажу, что вот еще они растут. Вот они. Вот. Сейчас будем все это срезать. Кто-то уже пытался, ну, до нас срезал, новые подросли. Так что грибов хватает. Всем хватит. Режьте, кушайте на здоровье. Боже мой, какие экземпляры. Ну, а лес, сами видите, какой приятный, здоровский и чумовой. Вон даже я вижу, пройдемте, я вам покажу, прогуляемся по лесу и покажу. Вот, желтая поляна, прям огонь. Режь, не хочу, режь, вот. И в лесу никого, никто не знает, где мы собираем грибы. Хотя я и сказал на 86-м, но я немножко слукавил. Поэтому не буду рассказывать, где это место находится. Но оно вы видите вот. Сейчас переоденемся, и я вам еще покажу места. Вот лисичек будет просто... Погнали. Пришел на полянку, где в прошлом году... Здесь все было усеяно лисичками. Нынче здесь не так уж много. Но все же растут. Вот такие небольшие экземплярчики. Показываю вам. Я их сейчас срежу. Ну, те, которые более-менее крупненькие. Вот такие малявки. Симпатичные. И... растут. Дождались. Молодцы. Красавчики. Ух, какая погода-то. Сейчас надует что-то. Ветер поднялся. На небе тучи. Продолжаем. Когда на Алтае были, там такая погода менялась с одного на другое. Буквально там 10 минут дождь прошел, солнце вышло, все, пошли все дальше загорать, как это бывает. Вот еще лисичка. Потихонечку и насобираем. Здесь где-то только что. Нет, я не видел, но я предполагаю. Да, кстати, кто-то уже спрятал и резали. Хорошо. Уговорили, тогда посмотрим. Вот они. Ух ты, тоже семейство такое. Симпатичное. Симпатичные небольшие лисятки. Как бы правильно срезать отсюда?
а те дальше будут расти. И можно приезжать, и еще всем хватит. Шляпки. Достаются шляпки. О, вон вижу. Вот вижу. Растут. Растут и ждут меня. Юля там кричит вовсю. Ну как я пойду туда, если здесь у меня эти грибы? Ну вот, Юлия Анатольевна, будьте добры. Пока не отвлекайте. Когда будете смотреть этот материал, я вам скажу, вы кричите меня, я слышу вас. Я реально слышу, ну что я могу? Крикнуть в ответ? Крикну, хорошо. Я здесь. Ну, у меня тоже же грибы есть. И мои грибы ничуть не хуже ваших. Соответственно, я же должен их срезать, да? Обязательно. Так, это вот один. Еще я вижу здесь. Троица такая небольшая. Так, 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 так. Иногда, нет, все-таки честно признаюсь. Я думаю, вы это мне уже написали в комментариях, что у меня ножик тупой. Согласен, абсолютно согласен с вами. Так, показываю еще. Вот они. Дальше. Самое интересное, лисички хорошо собирают, то что они такие желтые, яркие, рыжие. Их видно издалека. А в Европе, кстати, европейцы, если вы смотрите это видео, я слышал, что у вас это очень ценные грибы, и вы платите много денег за них. Правда это или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, стоит мне как-то их вам засушить, прислать. Вы купите. Ну, хотя можете просто пока подписаться на мой канал. Тем самым вы поможете его развитию. Так. А кто еще не подписался, может это сделать. Прямо сейчас, боже, сколько лисичек-то. Вот еще. Вот еще. Вот. Вот. Вот он. А, рядом еще был. Один грибочек. Да, конечно, это не белые собирают лисички. Имеется в виду, что это надо как присел на одной поляне. Так можно до вечера с колен не вставать. Так. Вот еще. И все это в округе. В округе корзины. А корзина вот 3 метра отсюда. Маму. Ой, боже, чуть ногу не подвернул. Мамуля там поляну нашла. Режет, режет. Вон сзади тебя еще, давай. Покажи нам. Да, 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 смотрите. Смотрите, как она режет. Сколько уже насобирала. Так, о. Вон мамуля. Что там, 10 минут уже все. Почти пол корзины. Ладно, пойдем дальше, покажем, что там есть. Ну, а это, посмотрите, что. Это я назову дерево счастья. Ух ты, какой
Близнец-то, сиамские близнецы сросшиеся. Боже, какой экземпляр, какой типаж. Срезаю, посмотрите, это надо видеть своими глазами. Ну, я думаю, даже у вас на экранах это выглядит настолько фантастично, что вам захотелось сразу в лес. Просто взгляните, какой ствол, какой типаж. Это прям как из сказки, сросшиеся три шляпки. Раз, два, три. Здесь разъединенные. Еще немножко эти грибы. Ну, просто безумие. Это какое-то сказочное безумие. Здорово. Кстати, еще вот. Какой жирненький, да? Ух ты! Ух ты, посмотрите, сколько их! И здесь, и вон дальше. Продолжаем искать лисички, но я бы не сказал, что искать, потому что их очень много. Очень. Просто, я бы сказал, продолжаем их резать. Просто резать. Их много. Прям как, ну, как у дурака махорки. Просто надо быть терпимее, терпеливее, чтобы сесть на коленочки и резать, 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 резать. Вот есть. Вот тут же. Вот они. Парочка. Да, конечно, тут кто-то резал, но это было не сегодня. Ничего страшного, я не обижаюсь, грибов всем хватит. Корзинку насобираем и до дому, до хаты. Вот они, красавцы, желторотые. Одну сломал. Такая будет вкусная. Как раз тема для маринования с уксусом, с сахаром, с солью.
маринад, лавровый лист, ой, водичка кипяченая, да это потом под закусочка такая получится, ребятишки, просто огонь. Просто огонь. А бывают еще такие чудесные моменты. Идешь просто по дороге, ну просто захотелось прогуляться, и тебе попадается, смотрите, что прям, ну некрасиво ли, а, ребзи? Ну, мне вот нравится вот такая красота. Самое интересное, что год назад примерно так же я находил именно на этой дороге также, но их росло 3 или 4 в кучке. Ну, этот один даже так растет, и то симпатуля. Ну, а этот гриб, само чудо, подосиновик с идеально круглой, эталон, я бы сказал. Круга с шляпкой на ножке. Проверим на червячков. И почему-то мне кажется, что их нету и не должно быть. Правильно? Потому что не должно быть. Или потому что не хочу, чтобы они были. Класс. Ну, чем не чудо такой? Такой грибочек. Правильно? Красивенький. Ой, комарики летают. Уже комарики. Дождик немножко накрапывает, но отдых. Просто сказка. Продолжаем. Продолжаем наполнять корзинку за очень короткое время. И при этом гулять по лесу. Вижу, какой-то гриб растет, большой такой. На белый не похож. О! Да це ж маховик. Странно, как он здесь оказался. Он здоровый, самое интересное, проверим, как он. Червячки его накушали или нет. Так, ствол режу. Обалдеть, он не червивый. Все, на жареху пойдет. Да? Огонь. Огонь, настоящий огонь. Не гриб, а огонь. Мамуля с Юлей там. Собирает грибочки. Бася им помогает. А я пойду своей дорожкой. Хочу вон туда прогуляться. Там мох растет, иголочки, то, что любят лисички. Пам-пам-пам-пам. Так вот, первый кустик такой лисичковый, из 3 штучек состоящий. Так, дальше. Еще парочка. Не надо никуда ходить далеко. Не надо покупать. Сходил в лес, прогулялся. Насобирал грибов. Обеспечил себя ужином. Надышался успокоительным. Насмотрелся красотой. Никого нету. Тихо, спокойно, никто тебя не трогает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какие грибочки. По мху растут. Конечно, одной рукой это делать неудобно, ребятки. Но приходится. Белых я не наблюдаю. С
свой, первый, который был, он отошел, он был на сухую. Почему? Потому что не было дождей. Это было недельку назад, две недельки назад. Сейчас вот только лисманы пошли. Только лисички. Вижу отсюда очень огромную поляну лисичек. Возле рва. Так, а это что у нас? Что это у нас? За гриб-то, а? Ага. Ну, пускай себе там растет. Так, отвлеклись от лисичкиной поляны. Вон она. Ой, зовут меня. А я не пойду, Юлия Анатольевна. У меня тут своих вань хватает. Вот они. Сидят и ждут меня. Так оставьте ненужные споры. Я уже все себе сам доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Смотрите, какой грибочек. Вижу. Кто это у нас тут такой? Здоровый, здоровый, приздоровый, а? Квасец. Там-пам-пам. Так. Что-то где-то. В какой стороне у нас машина? Кажется, вон туда по солнцу. Машина должна быть по солнцу. Так, главное бы не заблудиться. Ну, имеется в виду так, не потеряться. Не потерять сторону света. А так, смотрите, как красиво. А? Солнышко светит, дождик капает. Тишина, маленький ветерочек. Легенький. И море грибов. Ребята, а сейчас я вам покажу экземпляр просто бомба. Он уже у вас в кадре, но я сейчас приближу, и вы ахнете. Потому что такие крупные лисички, это, можно сказать, экземпляры, которые занимают сразу пол корзины. Представляете, вот огонь просто, я не знаю, прям жесть. Это такая приятная жесть, от которой сердце учащенно колотится. Адреналин поступает в кровь, выплескивается от того, что вот такая прям есть красота. Сейчас я вам на солнышке покажу, смотрите, а? Квасец, просто квасец. Ну, ребят, тоже вот смотрите, вот они на солнышке млеют, загорают, набирают цвет. То есть еще немножко, и они станут такие же загоревшие, как и я, темно-коричневые.
для сравнения я себя показываю. Может, они станут такими же, а может и нет. Ну, в любом случае, им на солнышке приятно. Приятно находиться, но оказалось, что это не так уж долго, потому что я приехал за ними. Опа. Оп. Оп. Вечер перестает быть томным, потому что грибов все больше и больше, они крупнее и крупнее, друзья. Уже, ну, я бы не сказал, что надоедает резать, надоедает на карачках, честно скажу, на карачках. Вот так срежу ножку еще. На карачках, на коленках сидеть, это надоедает, потому что вон, ну что, 7 метров и еще рядом. Ой, вот они. Так, заблудиться мы не заблудились.
Наши вон там ходят. Бася, Юля, вон мамуля идут на меня. Хотят у меня грибы забрать. Нет, надо быстрее срочно срезать. Это мои грибы, это я их нашел. Не отдам никому. Никому никогда. Я жадина, говядина. Соленый огурец. Ух, какие высокие они. Ножки длинные. Прям какие-то грибы баскетболисты, что ли. Длинноногие. Длинноногие лисички. Так, а это сделаем вот. Вот так сделаем, чтобы остальные росли. Росли и размножались. Размножались, плодились, росли и радовали меня, нас, вас. Та-та-та. Дальше. Иду дальше. Есть еще? А ну-ка. Конечно, вон он, оранжевый, торчит. Один, второй, тут же рядом. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты. Ух ты какой. Квасец. Так, 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 так. Так. Ваня собирает грибочки. Вот он следующий. Тут же рядом, не отходя от кассы. Пшик. Все, ребята. Полкорзины есть? Зачетных. Зачетных полкорзины. А вот какой-то гриб, который я не буду брать, но покажу вам. Тоже такой красивенький. Но несъедобный. А вот, ребята, наконец-то и попался один боровой. Боровой грибочек. Беленький. Но ему уже хана. Он уже помер. А так, да, это он, красавчик. Короче, все закончилось. Первый слой уже отошел. Отошел. Я его вот так сделал. Опа. Нет, вот так. Ух ты, сок с него бежит-то по руке. Продолжаю собирать лисички. Самое интересное, ребята, у меня сейчас шок был. Да, сначала покажу вам, сколько лисичек. Вот они. А шок был от того. Вот лисичка. Так, вот они. Вот еще семейка. А шок был от того, что, ребята, у меня в кармане телефон, который я использую как фотоаппарат. Сейчас вам покажу. Вот он. Не совсем новый, но тем не менее. И красивые кадры я делаю при помощи него, то есть на заставку лисички. И вот тут была одна хорошая такая семейка лисичек, и я сфотографировал. А потом взял камеру, дальше перешел на следующий кустик, а фотоаппарат на земле оставил. Представляете? И все. Снял второй кустик и пошел. А потом хватит за него, а фотоаппарата нету, телефона-то нету. И все, просрал я так телефон. Но минут, наверное, 10-15 искали, и Юля все-таки его нашла на том же месте, где он и был, где я предполагал, что это по видео, по ролику посмотрел, что там, по отрезку, который снимал, что вот такие-то кустики были, вот такую это снимал, а такие-то лисички, что их там много, и в конце концов нашли. Поэтому у меня облегчение, я нашел фотоаппарат, иначе у меня там два номера, это все переделать, перестраивать, это просто ужас, ужас. Прям камень с плеч. Ну а сейчас о хорошем. Лисички. Лисички, которых продолжает расти все много и много. А то прям, если честно, у меня настроение испортилось. После того, как какой-то фотоаппарат потерял. Я уж думал, и не найдем. Честно говорю, я уж думал, не найдем.
Но Юля у меня глазастая и с памятью, в отличие от меня. И она его вспомнила, где это место было, где мы были, прошли по этим местам, и она его увидела. Лег он стеклянной защитной пленкой кверху, и на солнышке он блестел. То есть метров за 10 она его увидела. Так что, ребята, тоже. Самое интересное, что я его все время клал в карман, который у меня застегивается. Прям вот реально застегивается на этой куртке. Вот. Замочки есть, но это не помогло. Я его все-таки потерял. На 15 минут я его, ребята, потерял. Вы тоже своего ничего не теряйте. А сейчас пошли за грибами дальше. Бася помогает, гуляет. Басенька, иди ко мне. Иди, красавчик ты. Вот тут. Ух ты, тебя уже заели. В общем, вот оно логово. Нора лисичек. Я вам показываю. И забираю. Нора какая, а? Лися. Отлично. Просто бомба. Это маховик у нас спрятан. Ух ты. Это подосиновик. Ох, какая погода. Только за грибами и ходить, как мы и делаем. Небо чистое. Все протянуло. Еще немножечко лисичек. Уже потихонечку начинаем возвращаться к машине. Время без 10:05. И, соответственно, как обычно, бывает, грибы попадаются на обратном пути. И на обратном пути их все больше, чаще, крупнее и быстрее. Вот. Вот какие мясистые ножки. Лисятки. Лисяточки. Вечером Юля вас замаринует. Вы будете такие вкусные. Прям очень наивкуснейшие. Ай, красивые-то какие. Один к одному все потихонечку такие. Так, этот можно убрать. А этот мы еще подрубим. То ли ножик тупой, то ли что. Почему-то так плохо режется. Или такие резиновые грибочки попадаются мне. В общем, ай, малютку эту заберу. Шишки падают вовсю. Пойдем дальше. Небольшой привал, потому что у нас на пути черника. Ух ты, сколько ее, смотрите. Кушайте, ребятки, кушайте. Бася. Кушайте. Бася там вовсю валяется. Машку топчет. Ух ты, кстати, надо это место запомнить. И если завтра поехать за грибами, взять с собой комбайн и насобирать черники. Сезон уже открыт, поэтому в добрый путь.
Вот. Кушайте вместе со мною. Всем приятного аппетита. Черника в лесу. Прям с куста, с пылу, с жару. Вкуснятина. Еще чуть-чуть пособираю. Реально вкусно. Мухи, мошка лезет прям в глаза, в нос. Вкуснятина. Черника полезная для глаз. Кушайте на здоровье. Приятного аппетита. Ой, Юля мне еще тоже дарит. Ух ты! О, кушаем. Никуда не охота уходить. Просто ел бы и ел эту чернику. Вон мамуля тоже горсточку себе набрала. Сейчас скушает, смотрите. Опа! Закинула. Улыбается, вкусно. Ну а что? Конечно, приятно. Смотрите, сколько ее. Прям реально много. Здесь, на этих кустиках. Прям очень много. И здесь ее не брали. Поэтому, действительно, если завтра поедем еще за лисичками, возьму обязательно комбайн. А шансы очень великие, потому что всех лисят мы не собрали. Мы-то обошли там, может, 1/20 часть всех этих плантаций нор лисичек. И, соответственно, еще останется. Ну, а теперь пошли дальше. Тоже единственный, но достаточно крупный такой экземпляр лисички. Вот. Такой. Еще немножко на дорожку больших, прибольших лопухов. Ух ты, какой у него рисунок-то сверху. У этого гриба-то, а? У этой лисички-то. Ужас. Аж страшно становится. Что это они? Что это? Что это за рисунок-то такой? Кто подскажет? Почему это так получается? Объясните, пожалуйста. Напишите в комментариях. Ух ты, какие стоят! Батюшки! Ой, красавцы! Такие девственные. Их еще никто не видел здесь. Просто даже не видел. Не то, что не касался, не срезал, а даже не видел их. Ой. Браво. Браво, ребята, браво. Это просто браво. Ножик, честно скажу, тупой у меня. Прям как порой я бываю, когда голова не варит. Но ничего страшного. Так, ну и вот еще один экземпляр. Опс, упс, вот это лис, настоящий лис, хитрый, настоящий лис, и тяжелый такой, кстати. Еще вижу грибочки, которые никто не видел. Мимо все проходят, мимо них, и не видят, остается мне их. Один даже вон сгнил.
один лисенок. Бомбические, бомбические грибочки. Так, и вот они еще. Под самый корешок я их срезал. Корзинка-то наполняется и наполняется. А мы к машине идем, в сторону машины. Мамуля там что-то находит. Юля. И мамуля находит. Грибочки срезает. Тоже уже ближе к машине. И они все появляются и появляются. Ну, я пойду тоже что-нибудь да найду. А ранее в этом лесочке, ну, имею в виду среди этих сосенок белые росли. Прям в таком большом количестве. Ну, сейчас не сезон. Имеется в виду не боровой. Соответственно, проходим мимо в поисках лисичек. И маховичок тоже рядом. Какой-то, опять не знаю, насколько хорош он. Ух ты, неужели? Неужели не... вообще никем не едет. Жареха будет. Картошка с маховичками. А вот и белый. Белый, который стоит тут уже, наверное, лет 15, я бы сказал. Ну и давайте посмотрим, какой он. А, это подосиновик. Это подосиновик. Его уже съели все. Его съели все. Прям все при все его съели. Все, кто мог, он окусал. Вот так сделаю. Оп. Здорово. Итак, ребятушки, время вышло. Показываю, что мы насобирали. Ходили, наверное, час с небольшим. В итоге я насобирал, Юля мне помогала. Это были вот такие лисята. Отличные. Они пока они вышли из своих нор. Я их, грубо говоря, там поджидал с ножиком. Пару маховичков я заловил вот таких, у которых ножка синеет. Раз. И вот второе. Они оказались без червячков, поэтому на жарешку они пойдут, как миленькие. И парочку у меня подосиновиков оказалось. У мамули чуть-чуть поменьше. У нее вот она насобирала. Кстати, у нее корзинка дырявая, поэтому, возможно, половину она их потеряла, грибов. Но это не точно. Вот, ребят, ну то есть, если все это просуммировать, грубо говоря, за час небольшим мы насобирали, ну, почти корзинку. Ну, вот так, допустим. Ну, это тоже много, потому что корзинка, ну, скольки? Наверное, литров на 10 она точно рассчитана. Вот такое путешествие по лесу сегодня вы посмотрели. Это ролик на канале Юрганов Лайф. Меня зовут Иван, кстати, да. Вот он тот самый злополучный телефон, который потерялся, но слава богу нашелся. Я так перепугался. Там столько такой информации, которую, блин, неохота восстанавливать. Вернее, можно ее восстановить, но это очень долго. Ребята, если видео вам понравилось о сборе грибов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. С вами был Иван. Канал Юрганов Лайф. Я вам говорю пока и до новых встреч. Пока.